телевизор, интернет смотрят, паскуды жуют себе, живут брюхо набило, а нормально, нормально паскуды твари. Жалко, ты не попался ко мне в спортзал, я бы тебе щелку быстро сделал бы. Быстро бы тебе щелку сделал, паскуда, тварь! А ну-ка быстро спрыгай, бросай булку хлеба, бросай конфеты, чай, сюда, в спортзал ко мне. Шутка. Это шучу, если ума нету, то шутку не воспримешь. Чувства юмора, иронии нету, самой иронии, значит не воспримешь, паскуда. Но и для того, чтобы не быть паскудой, для этого надо быть добрым человеком. И делать. А доброта воспитывается упражнениями. Поэтому занимайся.